Верочка, привет. Вот смотри, я показываю твои открытки, которые ты мне отправила. Вот смотри, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая верхний ряд. Вот, короче, эти. Вот эти. Потом эти. И вот самый последний ряд. Вот ты сейчас определишь, какую не отправила. И вот эти. Вот видишь, вот они все твои открытки. Сейчас это видео в YouTube загружу. И ты поймешь, какую открытку ты не отправила. Вот смотри, я вот вроде показал, ты же так вот поймешь, увидишь. Можно, конечно, как посмотреть их, как сказать, как слайд-шоу, ну просто там вообще долго будет. Думаю, так понятно будет, Вер. Вот смотри. В общем, вот первый ряд, смотри, второй ряд это отправляла, вот третий. Четвертый, ну вот, вот, вот. В общем, первый ряд, второй, третий, четвертый и вот пятый. Вот. Некоторые изменились, так как размер изменился непропорционально. Так. Ну все, Вер, я вот отправляю. Короче, даже этих открыток 28 и то хватает. Смотри. Вот я любую открою. И поехали, сейчас просто маленько-маленько изменим. Вот смотри, вот. Так, быстренько пробежимся. Вот я вот иду, короче, следом. Вот как с первого началось. Вот я вот, смотри, я листаю просто твои открытки. Вон так классная. Пока-пока, до встречи. Ой, вот это суперская вообще. Вот, тоже классная. Вот, я листаю. Вот это вообще тоже обалденная, Вер. Вот это тоже классная открытка. Ой, это тоже обалденная. Блин, да у тебя вообще все обалденные открытки. Ну, короче, все. Тут иначе я это самое. А, вот еще, да, принять. Все, принимаю. Да, друзья, если кто-то это видео посмотрит, это мы в Mail.ru есть такой сайт, здесь есть агент. Здесь можно фотографии, видео, хоть что, любые файлы друг другу из компьютера в компьютер скачивать, ну, передавать без модерации. Ну, хоть что вы передадите, никогда никто вас не забанит. Что бы там ни было. Вот. Ну, вот это вот, что мне вот в мейле это нравится. Вот. Ну, тут способы разные. Можете открыть папку, там тут тоже много. Ну вот я, например, как делаю, смотрите, вот я, например, вот так делаю, вырезать, ну можно копировать, она здесь останется, это опускаю, mail опускаю, потом вот сюда вставляю, вставить, все, вставил, так, получилось, значит, 29, да, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, а, подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, три, четыре, 5, если было, 6 на 5, 30. 29. 29. Так, сейчас мы Верочке напишем, что 29. 29. Тут вот быстро что агент, быстро все, как сказать, быстро все переписывается, быстро все. Ну, вы можете его увеличить, можете уменьшить. Это вот Верочка. Вот. Но в агенте вообще никто так не общается, по идее. Ну, больше не делают. Обычно его даже вот как бы вот сюда вниз убирают. Ну, его даже, как сказать, сейчас. Ну, ладно. А, его просто это самое. Ну, как сказать. Короче, здесь маленьким делают просто вот тут вот. Допустим, просто еще меньше. Вот, и тут уже общается. А, еще принять. Вот, наверное, 30-й. Вот я вот показываю, как файлы принимают. Я вот нажал на принять. Вот так же вы в Mail.ru, если зарегистрируете, здесь есть такой агент. Это называется агент. Когда зелененькая. Ну тут не прочитанные письма. Здесь даже вы на сайт, вот если не зайдете, в интернет вообще не включите. То есть, точнее, интернет включите, но браузер, например, ну вот браузер там,
Вот я показываю там Opera, там Mozilla, допустим, Google, вот Google. Ну, тут много всяких разных. Если вы даже не включите, то это самое, то агент у вас всегда будет включенный. Так, вырезаем. Вырезаем, открываем папку от Верочки. Вот это, поход 30-е. Ставить. Так, сейчас сравним быстренько. Такой нету? Нет, такой нету. Все. Пишем ей, что 30. 30. Ну и тут можно картинки снять. О, еще она отправляет. Не понял. Что, 31-ю? 1 МБ. Так, ну вот, вот смотрите, я вот принять нажал. Вот так вот, короче, принимаются файлы. Ну вот конкретно она фотографии отправляет. По идее, должно быстрее быть намного. Должен файл быстрее передаваться. Хоть видео, хоть фото, хоть что. Но это самое. Почему медленно, не знаю. Скорее всего, у меня что-то тормозит. Скорее всего, у меня. А может быть, у нее. Это зависит тоже от провайдеров, скорее всего, я думаю, ионова. Моего или от самого мейла. Вот от самого этого сайта. Мейл тоже частенько тормозит. Так, опять вырезаем. Так, где у нас та папка? Вставляем. Так, это уже 31-я, да? Это у нас такой нету ведь? Нет, такой нету. Не на ходу делаю. На ходу делает она, нифига себе. Сейчас еще 2-3 пошлю. Так. Так, ну что написать, Верочка? Она еще не знает, что я сейчас все это снимаю. Так, я это уже снимаю 7 минут. На ходу делаю. Видите, какая Вера молодец. Так, ну давайте я вот покажу. Вот в мейле, когда вы будете. Да блин. Что-то у меня комп. А, ну вот. Вот в мейле, например, вы с кем-то дружите, да? Тут у вас будет. Так, сейчас это уберем письма. Тут у вас будет с кем, вот, например, вот она Верочка. Вот она Верочка. Допустим, вы с кем-то дружите. Вот вы можете зайти в анкету человека этого. Вот, всю анкету увидите там. Например, Вера Кира, Киреева, Вера. Но я надеюсь, Вера ничего не скажет такого. Тут ничего такого нету. Ну, тут нормально все. Возраст 64, 13 сентября 47 года, Дева, Россия, Москва, онлайн. Ну, сейчас вот. Доброго дня всем. У христиан началась страстная неделя. Так, телефоны, тут, ну, это не важно, так, закрываем. Так, меню. А меню здесь что? Отправить сообщение, смс, видеозвонок на компьютер, позвонить на телефон, предложить дружбу, отправить файл, написать письмо, анкета, архив сообщений, переместить в группу, переноманить, удалить контакт, игнорировать. Ну, в общем, всякое такое. Архив. Архив тут ваши все сообщения. Ну, например, вы с кем-то переписывались, вы можете все сообщения посмотреть. Там, кто что, ну, в общем, поняли, да? Так, закрыть. Архив. Тут что еще? Ну, вот, короче, вот, можете позвонить по микрофону, пообщаться, можете видеозвонок сделать. Так, тут что еще? Ну, тут, короче, вот, картинки. Вот, можете, например, на ходу она там делает. Вот, смотри, сейчас, например, отправим ей кого-нибудь там прикольного. Болею. Взрыв мозга. Ну, давайте сейчас примем. Ладно, уж я, наверное, до 15 минут досниму, да показываю что-нибудь. Добавлюсь уж до конца. Вот. Ну, обычно же в каналах до 15 минут в Ютубе. Ну, у меня, конечно, много каналов, где можно больше часа загружать, там, хоть 2-3 часа, хоть сколько, без разницы. Но я просто этот канал буду, скорее всего, загружать в тот, где, ну, не больше часа. Ну, как бы я там не заслужил. Ну, можно как? Можно заслужить, а можно телефон просто сотовый сообщить, и тогда это самое. И тогда вам позволят. Можно, в общем, или же... Или заслужить, или просто телефон свой сотовый дать. Но я стараюсь, конечно, заслуживать. Передача. О, еще, так она на ходу точно делает. Ну, видите, да, как тут вот вам передают, например, файлы.
Вот, просто нажимать сюда левой мышкой «Принять». Все, он у вас тут идет. Сейчас пойдет, вот увидите. Ну, это передача файлов. Вот, передача файлов, вот, вот эта функция. Но вот передача файлов, сразу вам скажу, сейчас вот она передаст, я вам покажу, например, ну ладно, не буду пока, в следующий раз, может, как-нибудь. Но я могу показать вам, как я могу ей передать тоже, например, или вы там кому-то. Просто в компьютере, смотрите, берете это, вот папку открываете свою, например, да, вот сейчас вот я покажу вам пример. Вот так вот папку, ну, например, сейчас вот маленько сузить. А нет, я увеличил. Сейчас. Вот, допустим, смотрите. Так, сейчас покажу. Ну, пример, чисто пример. Вот, например, допустим, ваша папка. Вы просто смотрите, что как делать. Вот в агент бросать. Вот так цепляете. Просто левую мышку нажали на эту. Вот так вот ведете, поняли, да? И здесь левую мышку отпускаете. Он здесь у вас окажется. Потом, я просто это не буду делать. Вот обратно ее вставил. Потом здесь отправить. Нажимаете вот сюда, просто сбросили левую мышку, нажали, отпустили здесь левую мышку, потом отправить, и все. Так, так, она еще вроде отправила, походу. Сейчас, ага, принять. Вот, в общем, вы можете так отправлять, также фотографии, видео, там, всякое разное. 11,5 минут, говорю. У меня сегодня вообще хорошее настроение, завтра на работу иду. Должен был завтра идти на матч Рубин-Спартак, у нас... Рубин должен был с Спартаком завтра сражаться, воевать, играть между собой, как говорится. Но, оказывается, матч перенесли из Казани в Москву. Завтра матч будет уже не Рубин-Спартак, а Спартак-Рубин. Завтра будет матч в Москве. Завтра я на работе. Ну, потому что я с человеком, с напарником, ну, как со сменщиком договорился. Он еще молодец, так его вообще уважаю. Он хоть и христианин, я-то не христианин, я мусульманин. Вот. А он, прикиньте, представляете, свой праздник такой в Пасху завтра же. Пасха как бы великая у христиан. Он меня, короче, поменял. Ну, говорит, хочешь сходить? Сходи, Ренат, говорит. Вот, я говорю, блин, вообще, Вячеслав, ты молодец. Вячеслав его зовут, вообще классный сменщик у меня, русский, вообще молодец. Вообще у нас здесь в Казани есть что? Татарстане. Вот русские с татарами вообще живут все, чтобы не сглазить, еще раз плюнуть через левое плечо. Душа в душу. Не то, что как некоторые. В некоторых регионах там, некоторых там, не знаю, я не понимаю, где вот этот национализм, всякое такое. У нас вот здесь в Казани вообще многоконфессиональная республика, многонациональная. Вот, ну, как-то вот мы у нас здесь все клав. Вот, например, Верочка сейчас, с кем я общаюсь, она вот русская, с Москвы. Вот, ну, потому что я знаю, что Верочка, Вера Киреева, ей вот, ну, просто до лампочки, какой человек национальности. Она просто смотрит не на нацию, а на самого человека. Я тоже так же никогда не смотрел, не смотрю и не буду смотреть, какой человек национальности. Без разницы мне, какое там у него имя. Там русское, там... арабская, там, еврейская, там, без разницы мне. Лишь бы мне был нормальный человек. Ну, обычный человек, с кем мне интересно общаться. Так, сколько я говорю? 13:40. Ну, еще до 15 минут есть. Вот, так, чему это я начал говорить-то, я уж не знаю. Да я уж так просто сейчас болтаю, все подряд. Просто показываю, как вот она мне передает, я вот фотки вставляю. Вот тут, короче, вот она фото передает. Я просто завтра сделаю фоторолик на работе, завтра я буду... А, никому уж не говорите, пожалуйста, а то меня уволят с работы. Завтра, короче, воскресенье, начальства не будет. И это... Завтра я, короче, фоторолик сделаю. Вот эти открытки соединю, музыку наложу. По секрету вам скажу, какую музыку наложу. Ну, конечно, скорее всего, наложу музыку Верка. Верка, Верка, Верка. Потому что это фотки Верочкины, фотографии. Она, кстати, отличная поэтесса. Классно, просто супер. Ну, хватит, наверное. Так, напишем «ага». Ага. И какой-нибудь смайлик. Давайте телевизионный. Так, что-нибудь такое. Радость, во, радость. Это в агенте вот такая вот. Тоже прикольно же, да? Тут всякие разные вот можно. Мультяшки отправлять друг другу. Вот. Так, она мне отправила, я что, принял? Все, что ли, открыть папку? Так, она мне написала, подождите, так.